Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Dino Bash 2 «Путешествие во времени». Так, бесплатно сундук дайте мне, пожалуйста. Так, 800 монет. Плювик, раптор. Огненный, так. В плане, я не понял, он же у меня был. Второй уровень, что ли, получается, или... Это второй уровень же, ребят, да? Слушай, это второй уровень прокачки, улучшения. Я не знал, я думал, только один уровень прокачки, а оказывается, нет. Я хочу, наверное, ребят, все-таки героя своего прокачать. Плюс два, блин, плюс два всего, ты понимаешь? Это, ну, это ничтожно, ребята, мало. Кстати, я пробовал много раз уже получить этот сундук. И я проходил, ребята, с одной звездой. Этот сундук не дается. Мне кажется, он не дается, потому что он стоит как бы на портале. Мне кажется, только лишь получу, когда у меня будет найдено 7 звезд. А это не так легко их найти. То есть не то, что даже найти, а заработать их. Я уже пробовал много раз, друзья мои, и за кадром, и под кадром. Как только не получается. Просто не выходит ни шиша. Что бы я тут, блин, не делал. Ну давай, давай будем пытаться вместе. Я сомневаюсь, что плюс два. Катаки, блин. Плюс два катаки, друзья. Ну это смех. Это смех, я серьезно говорю. Это вообще бред. Да заколебал ты там уже, а. Ну вот что ты, вот что? Ну тут, ну вот как вот не крути, но без огнемета, ребят, ну тут... Ну что тут без огнеметчика ты сделаешь? Да ничего. Поэтому он мне здесь и понадобится. Да, конечно, конечно. Он хоть куда? Он бомбит все правильно. Ребят, я встаю сюда, чтобы основной урон они делали по мне. Да кого они там все лупят-то, не пойму никак. Иди ты, стой на месте там и не дергайся. Да ну какого лешего-то вы там, блин, улюлюкаете-то? Да...
Ты посмотри, вот ты смотри, что происходит. Они же, они специально, что ли, так делают, блин? Давай, давай, друзья мои, давайте быстренько ломаем. Мы на 3 звезды идем, блин. Фу. Слушай, мы прошли с тобой этот этап на 3 звездочки, прикинь. Мало того, что мы с тобой зарабатываем, ну, деньги, плюс мы еще с тобой получаем сундук. Да-да-да, тот самый верхний сундучок. А че он не... Фу, я уже думал, зависло, блин. 3200. Вот это я понимаю, ребята, 3200. Третий уровень. Ребята, этот... Он у меня сейчас будет просто бомбический. А мне 7200 надо, да? Так-с, подожди, у меня 4600. Ты прикинь, 3 уровня. Это вот, если я сейчас надену, это вот, это столько прибавится к ним, что ли? Блин, ну он будет крутыш, вообще крутыш. Или это следующий уровень ему столько даст? Если следующий уровень к хилам 79 и к атаке, это будет за 400 атака, прикинь. Я вот это не могу понять. Вот это что вот это вот дает? Вот это вот. Это на автомате ему прибавляется или как? Мне пока это не ясно. Мне пока это не ясно. Плювиков этих я не могу, ребята, прокачать. Слушай, ну мы прошли. Вот тут вот тоже, конечно... Да что ты мне показываешь? Вот тут, конечно, тоже, друзья мои, этот бы сундук вообще получить было бы, конечно, было круто. Но я не знаю. Поехали. Фиг ли тут смотреть. Атака, ну, смешная просто, друзья мои, смех. Смех, а не атака. Чесноку тебе скажу. Ну куда ты прешь, а? Куда ты прешь? Идет он тут на нас, понимаешь ли. Посмотрим, насколько, ребята, силен наш Рэмбо. Ну, он силен, но... Он силен, но не настолько, друзья мои. Я не знаю, этот будет пробивать или нет. Он ломает. Так, мне нужен кто? Мне нужен... Мне нужен вот этот. Или же два Рэмбо. Так, подожди, я ничего-то не просил? Нет. Ну куда ты вышел? Явился тут, не запоявился, блин. Эх, жалко мне этого дракончика, ребята. Ой, жалко. Заморозку. Есть.
Так, слушай, ну... Вроде бы как неплохо, ребят. Так, я пойду с этим пока разберусь. Нет! Нет! Друзья мои, ломаем! Да ну какого фига? Ну какого фига? Ну не хватает буквально 3 секунды! Ну что ты будешь делать? Твою дивизию, ребята, 3 секунды не хватило, блин, мне, чтобы сохранить эту долбаную звезду. Три каких-то вшивых секунды, понимаешь, не хватило, блин, чтобы звезду эту спасти. Ну как так-то, ну? Ну как так, ребята? Ну ёпрст, блин. Ну чё за дела, а? Ну так не делается, блин. Да стой ты там тоже, блин, лезешь. Куда тебя не просят. Так, красавчик ты ему. Я его добью. Ой, я его добить-то добил, а. Добить-то я его добил, тут видишь, еще супостаты. Убери эту хибару отсюда, а? Чтоб я в глаза, блин, не видел. Ну, это уже минус время, ребят. Это уже минус время, уже можно даже не мечтать никаких там трех звездок. Какие тут, блин, три звезды? Ты успокоишься там, а, или нет? Так, сейчас бомжиха, да, конечно. Ладно, бомжиху вырубили, фиг с ним. Меня опять подбили. Меня подбили, и сейчас в этот момент ребята разнесут моих стегозавров, которые там стоят. Пока я тут, блин, выхиливаюсь. Да, ну так и будет, поверь мне. Ну, пожалуйста, есть! Ребят, мы прошли этот этап на три звездочки. Фью. Мы прошли его каким-то, блин, неизвестным мне чудом. Но, сам видишь, все у нас получилось. А вот как там теперь пройти вот этот вот этап? Тут не хватает две звезды. В чем там прикол? Не помню, ребята. Прикол в том, что у меня мало атакующих. Стоит ли мне... Давай возьмем, ребята, все. Попытаемся, попытаем счастье. А чё сразу такая орда-то идёт? Давай-ка этого парня позовем, он сейчас...
Тут, наверное, придется так вот делать. Черт, они меня так разнесут. Да, в плане ты не справился с домиком. То есть ты уйдешь отсюда или нет, а? Этого что ли брать, призывать? Я не знаю, кого тут лучше призывать-то нам. Хибару запалим. Плювики, зачем они, блин, мне нужны эти плювики? Надо вызывать что-нибудь посерьезнее, ребят. Ну уж точно не плювиков. Ты сейчас серьезно, блин, еще и бомжиху. Вот она начинает своими, блин, клешнями, блин, бомбить. Оу. А там-то еще кто, ребята? А там кто еще? Ну и как? Красавчик. Да он-то красавчик, ребят, только... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не. Блин, тут портал-то, в принципе, как бы рядом находился, но... Это вот лучники вот эти вот, паршивые все. Который, как ты видишь, не убивается, ребята, с первого раза. Понимаешь, драконы, динозавры, точнее, мои, не отходят назад при угрозе. И вот эта вот телега, которая сзади, не сзади, а которая там едет потом на нас, она тоже, ребята, вымораживает, понимаешь? Вот вторая звезда уже пошла на уменьшение. Плюс вот эти вот ублюдки, которые тут стоят издалека, бомбят по нам, понимаешь? Лучники, они всегда, ребята, они в первой этой части были, блин, самыми, блин, паршивыми. А здесь они вообще, блин, себе позволяют, что хотят. Может быть, больше вот этих брать, они все-таки против... Ну, они против армии, ребят, хорошо, против солдатиков. Даже не знаю, как лучше здесь сделать. Даже не знаю, ребят, вот серьезно говорю. Нет, что? А, мы награду получаем. Что дадут? Да маловато как бы даете-то. Маловато будет. Но зато я могу кого-нибудь прокачать. Героя своего могу прокачать. Да. Ну ладно, хорошо, давай попробуем. Ну, попробуем вот здесь пройти. Два огня, две заморозки. Два огня, две заморозки. Это мне вот так вот надо отходить специально, да? Как бы вот так вот получается. Ну, спасибо, хоть заморозку дали. Слушай, ты достал, а?
Да, он, кстати, очень хорошо, ребят, сметает на своем пути. Так. Так надо было, друзья мои, сделать. Так надо было сделать. Только я немножко не то сделал. Есть. Смотри, как он. Ты видел, как он? Нет. Нет. Ребята, ну. Черт бы тебя побрал, а ты прикинь. Твою налево. Мне буквально немножечко не хватило. Ребята, был вообще, был великолепный шанс пройти. Все-таки можно, мне кажется, пройти. Если бы я вызывал побольше вот этих, наверное. Давай еще раз попробуем. Или как тут? Но он быстро сносит. Слушай, мне две огненных дали. Ну, я в плане огненные эти. Так. И еще и заморозим. Слушай. Нет, блин, ну опять, да как вы. Ну это бред, ребята, у меня сейчас все шло единое. Какого фига, блин, я только подходить стал. Она побежала, блин, на мишени. Да ну нафиг, блин. Это, по-моему, нереально, ребята. Я сейчас прошел лучше, чем в тот раз. И у меня, блин, отняли, блин, звезду. Офигеть просто-напросто. Просто, ребята, офигеть, блин. Забрали звезду вообще ни за что. Причем я довольно быстро ту бомжиху ушатал. Быстро, ребята, просто ушатал ее. Два фаербола, и этот добил ее. Все. Я шел практически ни на чем не запинаясь. И звезду отобрали. Ладно, друзья мои. На сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.